300 лет назад, в ноябре, в День Победы над Швецией в Северной войне, Петр Великий объявил Россию империей. Эта дата сегодня шанс не только вспомнить о своем имперском прошлом, считают историки, но и наметить контуры России будущего и поговорить о нашей идентичности. Мы продолжаем здесь, в Бурятии, на официальном уровне отмечать истоки нашей государственности, и в том числе как бы с привязкой к региону, потому что именно начиная с Российской империи и именно начиная из Забайкалья, в том числе с территории Бурятии, началось освоение Дальнего Востока, и начались сложные региональные геополитические, геоэкономические процессы, которые сформировали Россию в ее нынешних границах и ее с нынешним политическим притязанием. Данное мероприятие имеет большую важность, потому что на круглом столе будут рассматриваться вопросы, посвященные социальной истории региона, экономической истории региона. И они являются актуальными, несомненно, актуальными на сегодняшний день. Круглый стол «Внутренняя Азия в эпоху поздних империй» в Народном Хурале организовали депутаты и историки. Это очень важная дата. Весь 21 год в наших столицах, в Москве и Питере, проводились очень много мероприятий. Наши, скажем так, старшие товарищи в Госдуме тоже проводили очень много мероприятий. Но мы тоже не отстаем, должны обязательно отметить данные события и вот изучить опыт и сохранить, и главное, развивать на благо нашей страны. Победу 300 лет назад принято посвящать русскому триумфу. Историки считают, что наша страна сегодня стоит перед вызовами, едва ли уступающими тем, с которыми столкнулся в свое время Петр I. Мария Латышева, Алексей Ромашов. Новости дня.